Тиви. Дай мне проехать здесь. Даргамиловская, пытаюсь найти проезд. Девочки, поговорим о безопасности. Еще смотрите, где я стою. Я стала с другой стороны торгового центра. Объясняю. Вот эта улица Даргамиловская, вот это торговый центр европейский. Вот здесь все парковки просто с другой стороны. Что вам объяснить, показать? Напротив студии красоты. Вот видите, студия красоты. Сейчас ее, как эта улица называется? Второй Брянский переулок. Ну, варианта другого нет. Еще раз показываю. Торговый центр, вход номер один. Это противоположная сторона от нашей дежурной стоянки. Четвертая машина вот моя вот стоит, белая. Ну, другого варианта пока нет, все перекрыто. Ну вот, видите, это со стороны Даргамиловской не проехать, все перекрыто, вот, все стоят, ждут, наверное, скоро откроют. Откроют, я перееду туда, на стоянку. Сумасшедшие. Никогда они по Киевскому не ездили, а сейчас вот, видимо, вот, вот они едут. Толпа. Одни направо, одни прямо, а вы все отдыхайте. Я открыла багажник и посадила Бобика, но он не хочет сидеть, он лежит. Достаточно высоко и далеко его видно. Ну вот уже первые ласточки есть. Парень прибежал, кинул на такси, приехал, чтобы не стоять. Пошла грузить. Целая толпа помощников пришла. Спасибо большое, люди. Сейчас. Татьяна дождалась, спрашивает, приезжать второй раз или нет. Ну давай на связи тогда. Ты мне тогда позвони. У меня просто, видишь, кошка там убежала. То, что это. Я поняла. Позвонили там кошка. Спасибо вам большое, дамы. Девочки приехали наши. Все, я вернулась на нашу дежурную парковку. Вот, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Вот моя машина. Вот наша дежурная парковка. Напротив этих красивых видеобаннеров. И музыкальный фонтанчик даже работает в полсилы. Все, все замечательно, да. Все открыто. И вот наши... Дорогие помощницы, да. Галя и Машенька. Да, Татьяна, здравствуйте. И снова здравствуйте. Маша там... С другой стороны. Привезла корма для щенков. Для щенков, для кошечек. Вот, багажник открыт, видно издалека. И Бобик лежит на... Загорает. Не хочет он, да, сидеть. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня последнее воскресенье месяца, мы, как всегда, на Киевском вокзале ждем друзей в приют «Лохматый тукан». Прошу обратить внимание, сейчас начинается лето, пора отпусков. Внимание приютам падает катастрофически, но мы, приют, нуждаемся в вашей помощи всегда. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы и в телеграм-канале. В Ютубе у нас 2 канала, на Дзене 2 канала. У кого есть Инстаграм, в Инстаграме, пожалуйста, подписывайтесь, потому что без вашей помощи приют просто не выживет. Очень много, в последнее время, если вы видели по роликам, очень много поступает покалеченных животных, а это значит операции. Сейчас новенький, суммы, такой тяжелый. Большие суммы на операции и последующий медицинский уход. Пожалуйста, щенков не... много новых. Щенков очень много, подбрасывают коробками, как всегда. А сейчас период, котята рождаются, и котят очень много подбрасывают в приют. А как правило, они все или с глазками, с больными, или еще с какими-либо заболеваниями. Поэтому, пожалуйста, не бросайте приют. Без нашей помощи он просто не выживет. Им невозможно объяснить, что у нас отпуск, лето. Что у нас ремонт. Они хотят кушать каждый день. Да.
Спасибо, Маша. Да, пожалуйста. Я поняла, да. Я с работы кидайте, шла на обед. Кидайте все сюда, да. Спасибо вам большое за помощь. Мне помочь нельзя. Вот, собираем корма. Ну, вот сейчас четверть третьего. Корм, одеяло, подушки, ведро, миски. Вот так. Еще там два больших мешка под сиденьями. Ну, до трех жду. Кто, видимо, на машине не смогли сегодня проехать, ну, так, впрочем, как и я, поэтому не густо. Здравствуйте, вот давайте я вам помогу. Давайте, что я тут заберу. Там все подстилки и эти самые пеленки есть. Ну не пеленки, а как ну, называется? Отлично, памперс. Нам все надо. Я знаю. Я все. Так, это все. К сожалению, у меня пакета не было большого. Вы уж простите, Хотите, я вам отдам пакеты? Чтобы складывать. Да-да, сейчас. Не надо. Сейчас просто отдам. Просто, чтобы вам было удобней. Здравствуйте, гости дорогие. Спасибо. Так, эту что подушка, приехали. Ну, не пуховая такая, не пировая. Хорошо, такая, хорошо. Это. Кидайте. Так, все это... кидайте. А спасибо вам большое. Вишняшки, корм. Ну куда? Прям куда брать? Здравствуйте, да. Здравствуйте. Я жду, еще людей должны подъехать. Ага. Ну, спасибо хорошо, вам большое. Да. Вы как всегда медикаменты, да? Ну там чуть-чуть всего понемножку. Здесь и консервы, и крупа, и зеленки. Спасибо все, большое. Что нужно. До свидания. Всего доброго. По-другому. Да. Пойдем по мальчику. Кто же вы? Что же вы никто не берет такую крошечку? Сидим, ждем. Кому нужна собачка? Берите, люди, смотрите, какая щеночка. Масенький такой, масенький. Такой ребенок боится, прижался. Так, снимай. Снимай, горит. Компания едет в домик мелкашей, а это едет в группу спаниеля. Эта крошка вон скандалит у меня тут в машине. Видно его? Самый скандальный. И, красотка, ты выходишь сейчас. Моя девочка красивая. Кто это тут орёт так? Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри на меня, красавица. Вот наша девочка приехала. Я делаю сама ролики, приветы из дома. И вот видите, иногда доставка. Как ее будут звать? Понять не имею. Лея мне так, то я вообще... Не знаете, еще не решили. Все. Добра вам, удачи. Вам. До свидания. Вам потом иди, лапочка, ехать, иди, да? А? Вам потом еще домой ехать? Конечно. Ой, это всю ночь еще кататься. Да, будете. Да. До свидания. До свидания. Малыши, хороши мой. Ты бульдожка? Ну, это пока не знаем. Бульдожка. Может быть, полубульдожка, пока не знаем. А это шпиц. Ну, похоже, да. Пишите, моя сладкая. Похоже. Водички. А ты пудель, да? Это что такое? Мелкаши. Такие мелкаши, малыши. И капалки тут наложили. Какие мои сладкие.
А ну дай. Это что такое вообще? А малюсенькая? Малюсенький. Бульдожка, что ли? Французик. Французик. Пепельный французик. Да. Надо же. Он попал у него. Крыша. Наш комендант приюта. Маленькая хозяйка большого приюта.